I'm on the road again. 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 The hot star can't hold again. I got fire through the whole of them. And then we take control again. So let's go. Yeah, double down again. Hey, double down again. So we don't say no, we're too long. Let's come through, drop the bomb, my man's gone. Всем привет! В эфире рубрика для самых маленьких. И я Иван, и моя юная помощница обезьянка Мартини. Всем привет! Сегодня мы вам покажем, как выбрасывать бутылку из-за спины, а затем попробуем соединить три движения, которые мы выучили за последние выпуски вместе. Давай смотреть скорее! Учат в школе, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Всем привет! Вы смотрите обучающий видеоблог про флейринг. Меня зовут Иван. Меня Алексей. И мы продолжаем делиться нашими знаниями во флейринге. Мы продолжаем разбирать оценочный лист WCC, и сегодня мы разберем графу оригинальность. Вы думаете, что вы оригинальны? Вы интернет открывали, смотрели видеоролики, проверяли вашу оригинальность. Оригинальность, во-первых, не может прийти к вам сразу. Если вы только начинаете заниматься флейрингом и делаете, повторяете какие-то движения, которые уже у всех на виду, на слуху. В этом нет ничего плохого. Вот. Но время идет, все меняется, и вся информация, которая у вас накапливается, должна проходить какой-то отбор, что-то вам нравится, что-то не нравится. Должны все время меняться, вот, и придумывать новые элементы. Практиковаться в придумывании тех элементов, которые нравятся только вам. И спустя годы, возможно, вы станете очень оригинальным человеком. Не бойтесь экспериментировать, и у вас все получится. На тренировках работайте не только руками, но и головой. Мне кажется, я запутал людей. Подписывайтесь на наш канал, присылайте свои видео, задавайте вопросы. Ну а далее апгрейд видео прислано из города Александров. Смотрим.